Так, короче, у меня стоят бескамерные ниппеля, вот такие, шреддер, стальные, коротенькие. То есть, он где-то вот так, чисто под вот такой колпачок обычный пластмассовый, вот торчит. То есть, где он там, сейчас покажу. Вот. Оба таких. Это стальной как бы гвоздь. Там золотник внутри вкручен, две вот эти резинки. Они стоили 100 рублей, 3 штуки мне прислали. Я 2 заказывал по 50, мне 3 положили. В общем, это третий лишний, без колпачка. Все сталь. Тут вот еще шайбочка есть такая. Ну, это внутрь одевается, а это все наружу. Вот он, о, вес. Без колпачка. 12,6. Вот это я себе купил. Я сейчас тоже без колпачка взвешу. Вот такие колпачки. Это алюминиевые. Я длинные купил. Он, то есть, получается, ну, вот это вот, настолько он длиннее. Я провернулся, надо было короче брать. Ну ладно, уже какие купил, такие купил. То есть 12,6, да, 12,6? Сейчас, еще раз. 12,6, да. Это 25 грамм 2. Вода. А вот, вот такие. Сейчас покажу, как это устроено. Тут идет в комплекте вот эти запасные резинки. Это вот сюда. А внутрь. Вот это колечко снаружи одевается. Это ринг простой. И вот этим поджимается. А сверху колпачок. Это тоже автониппель. Внутри золотник. Алюминиевый. 6 сантиметров. Вот. 16 грамм пара будет весить. Ну, колпачки разные. Можно эти ставить, но у меня другие. То есть 1 грамм колпачок, 1,3 весит. Когда я это купил, мне, короче, в дар дали. А, тут еще резинки какие-то есть. Вот эти. Вот такие силиконовые. Я не знаю, куда их там применять. Придумаю, посмотрим. Наверное, на обод, чтобы... Вот это всей фигней ринг, это все не продрало. В общем, с этим я разберусь. Так, и что еще? А, и еще, когда я покупал... А, я еще купил ленту, но это пацану я знакомому покупал. Мне, да, в комплект с лентой положили в подарок 4 бескамерных ниппеля преста стальных. То есть вот вес одного. 7 грамм, 6,8. То есть пара будет весить 14. Это даже легче, чем 2 моих новых шреддера. 18. Ну, получается, что там, 25, да, против 18. 7 грамм. 7 грамм скинется. Вот мне в подарок положили шприц для заливки герметра. Там две шлангочки, он с резьбами, но это для преста все. Можно, конечно, там есть шлангочка, которая обрезать ее надо, и она будет в шреддер можно проваливать и заливать без золотника. Ну, я просто через бутылочку с трубочкой заливаю. Такое дело. Вот так, tubeless sealant injector. Правда, вот эта надпись for single use интересная. Не одноразовый явно. Ну, короче, вот такой обзор. Мукзи, фирма Мукзи. Цена вот этих трех 100 рублей. Вот эти в дар дали, я не знаю, сколько бы они стоили. А вот эти 250 рублей пара. Вот так вот. Так, что еще я хотел сказать? Ну, тут все. Ну, а в комплекте еще вот эти идут запасные резинки, два колпачка простых и шестигранничек. Шестигранничек этот нужен, когда ты затягиваешь вот здесь шестигранное дупло, снутри держишь.